Привет, друзья, это снова грустный, алкоголический стендап интроверта. Мы все привыкли рано вставать, идти на работу, тащить детей в школу. Этот мир придумали жаворонки. Я по своей сути не жаворонок, я сова. Я люблю поспать, я люблю утро, но утро, по-моему, должно начинаться в 9-10 часов. Тогда это прекрасное утро, тогда это наполнено яркими красками жизни время дня. Не понимаю, для чего мы встаем все в 6 утра? Для чего мы тащим детей в школу в 6 утра? Для чего город забит вот этими невыспавшимися детьми, которых прут в сад, в школу? Для чего эти взрослые, спящие в метро? Серьезно, зачем? Почему мы не можем работать с 11 до 7, до 8 часов вечера, когда ты соображаешь? Когда ты можешь встать, почистить зубы, сбегать на зарядку, погулять с собакой, приготовить всем завтрак, спокойно собрать детей в школу, отвезти их к 10 утра и к 11 поехать на работу. Для чего надо ломить туда к 8 утра, непонятно. Зачем вставать всем в 6? Может это кто-то объяснить? Я понимаю, раньше это было связано с восходом солнца. Солнце взошло, мы можем работать. Солнце зашло, работать нельзя. Это объяснимо. Но 150 лет есть электричество. Серьезно, мы светим светом ламп. Я весь освещен лампами. Камера работает на электричестве. Да все работает на электричестве. Мы можем работать днем, ночью, когда нам комфортно. Ну какого черта мы встаемся в 6 утра, чтобы что? Кому что надо доказать? Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите, что вас бесит в этой жизни. Что вас раздражает. Может быть, про это тоже запишу коротенькую речугу. Пока-пока. Будьте счастливы.